24 февраля я был в Чикаго, и утром мне позвонил мой друг. Он первый меня набрал. Было 5 утра в Украине, и он, ну, был в панике, позвонил, просто говорит, что произошел какой-то взрыв. Но я до конца не мог поверить, что это война. Ну, то есть, еще никаких информации там, ни в Телеграме, ничего. То есть, только вот первый звонок от друга сразу же, что он услышал. Он собрался и уехал в безопасное место. Соответственно, я уже созвонился с женой, и жена находилась в Варшаве. И жена подтвердила, что действительно началась война. 2 дня еще я побыл в Чикаго и вернулся в Варшаву. Слава богу, мои близкие находятся, да, в безопасности. Ну, как сказать, безопасности, да, насколько это возможно. Допустим, мои родители находятся под Харьковом, да, там 30 километров. Ну, где-то слышны выстрелы как бы издалека, но, слава богу, есть как бы вода, свет, продукты. Помогаем женой как можем. Родители жены тоже выехали, поэтому на данный момент, слава богу. Да, конечно, большая помощь. Мы с женой стараемся, как бы, тоже очень много приезжает украинцев, которым помогаем даже в таких элементарных вещах. Перевод, найти жилье. Сейчас вот с приплывом украинцев очень тяжело, как бы, снять жилье, даже вот такие вещи. Поэтому в таких даже нюансах не хочется, как бы, в этом плане хвалиться, но вот с ребятами из фонда «Польска 360» действительно большая помощь оказывают ребята, и волонтеры, и гуманитарная помощь. Как бы вместе, и я советую, если кто-то хочет помочь украинцам, которые находятся даже и здесь, в Польше, да, и Украине помочь, то есть через этот фонд, который находится в Польше, «Польска 360». Поэтому максимально стараемся помочь, находясь здесь, потому что ну, такое приняли решение, что даже, да, без какой-то военной подготовки, ну, нет смысла даже, как бы, туда соваться. Знаем, много у меня друзей, которые, ну, просто без подготовки даже не берут в тероборону, просто работают как обычные волонтеры. Поэтому я думаю, что мы здесь с женой можем больше помочь. Конечно, в то время, когда началась война, уже повторяюсь, был в Чикаго, вернулся в Варшаву и не мог, как бы, сосредоточиться на тренировках, на подготовке, поэтому в какой-то момент отпустил. Соответственно, уже прошел месяц, и промоутер мне сам говорит, уже, ну, пора как-то начинать какой-то тренировочный процесс. И вот сейчас начну свою подготовку к бою, который будет 18 июня. И для меня это большая честь и гордость представлять Украину и Польшу. И в ринге, как бы, выйти с 2 флагами. И тоже это какая-то такая информационная, надеюсь, будет помощь с моей стороны. Ну, в данный момент, как бы, особо не до такой, да, подготовки. То есть сам поддерживаю форму, просто, как бы, не до этого. Но вот уже прошел месяц, и позвонил промоутер и объявил, да, что будет бой, будет, как бы, дебют в Штатах, поэтому нужно очень хорошо и серьезно подготовиться к бою. И вот, да, решили эту подготовку пройти в Штатах, да. Соответственно, ну, будут уже помогать тренера, которые находятся там. Это, ну, такой будет мой, как бы, дебют. А сейчас просто поддерживал форму, ну, так сказать, без тренера. Это будет дебют в Штатах, соответственно, другая, скажем так, ответственность уже, да. Я нахожусь сейчас в топ-15 WBC, соответственно, ну, уже соперник будет намного выше уровня, чем я имел перед этим боем, да. Так что
нужно отдать себя все, чтобы показать себя на американском ринге. Да, конечно, после боя мы с женой, после моих боев, ездим в Украину, и у меня находятся там мои родители, друзья, соответственно, поеду. На самом деле, дело тут как бы не в патриотической музыке, да, а дело в словах. Вот как раз я выхожу под польскую песню, это тоже такая как бы сентиментальная история, когда приехал в Польшу и когда учил польский язык, и мне вот эта песня приелась, под которую я сейчас выхожу, называется она «Наштычи гуры», то есть как бы наверху горы. Кому интересно, может просто посчитать перевод этой песни. И вот мой первый бой в Польше, я выходил под эту песню, и я думаю, что как бы в Штатах выйду тоже под нее. Не могу судить, потому что это, ну, выбор каждого, но я больше склоняюсь вот к ситуации Александра Усика, да, потому что, может, где-то отчасти сам нахожусь в такой ситуации, но Александр выступит на очень большой арене, и его помощь будет такая вот информационная, да, потому что, ну, видим, что россияне просто как зомбоящик такой, да, вот они зомбированы пропагандой, и нужно как можно больше с разных информационных доносить людям, да, то есть, что действительно на Украине, ну, происходит война, что действительно убивают мирных жителей, это, ну, люди как бы, такое ощущение, что кто-то это или не хочет в это верить, или как бы не верит в это, непонятно. Поэтому мое мнение, что Александр благодаря даже своей там выступлению, дай бог победе, он может и поддержать духом, да, наших ребят, и, ну, и вообще, да, просто как бы донести миру, что происходит как бы в нашей стране. На самом деле в профессиональном боксе многое зависит от промоутера. Тем более, ну, считают это как такой как бизнес. В моей весовой категории 4 чемпиона мира. Это понятно, да, каждый владеет поясом. Но я считаю, что в скором времени я получу свой шанс и завоюю титул чемпиона мира. Да, я в Польше живу уже 5 лет, и на самом деле, когда я приезжал в Польшу в 2017 году, здесь было такое отношение к украинцам, как, ну, немножко, как называли, бендеры, постоянно как-то так, не то что вражески к нам относились, но с таким каким-то презрением. И на данный момент Польша как вообще сестра Украины, можно сказать, огромная поддержка. Лично, ну, сталкиваюсь, как приезжают мои друзья, близкие или просто, да, беженцы, люди. И вот как мы там с женой, да, вот там помогали чем-то, разговаривая с поляками, ну, это просто поддержка колоссальная. И я надеюсь, что вот такой вот настрой между странами останется и после войны, да, чтобы это все было такой вот как сплоченный такой коллектив. И я действительно рад и приятно находиться здесь. Поэтому как бы в Польше мне абсолютно комфортно. Ну, в этой тяжелой ситуации можно только пожелать мирного неба над головой. И хотелось бы поблагодарить ребят с ВСУ, которые действительно показали свой характер, стойкость и показывают по сей день. Всем терпения, и все будет Украина.